А в Котласе сегодня со дна реки подняли КАМАЗ. Тот самый, что провалился под лед еще 1 января. Работы заняли 2 дня. Водолазы обследовали дно Вычегды и закрепили на утонувшем грузовике тросы. А сегодня с утра уже техника фирмы-владельца КАМАЗа приступила к подъему 13-тонной фуры. Все осложнялось тем, что машина затонула чуть ли не посередине реки на глубине около 2,5 метров. А вот у берега, где расположена паромная переправа, глубина достигала уже 4 метров. Но спецоперацию успешно провели. Машина, на удивление, хорошо сохранилась, хотя пролежала на дне 3 месяца. Напомним, причиной ЧП стало то, что водитель проигнорировал ограничительные знаки. Вес КАМАЗа был в 10 раз больше допустимого.